Привет всем любителям драм. Предлагаю прослушать обзор к русскому сериалу «Грешник». Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. В Россию прилетает преуспевающий совладелец крупной издательской фирмы. Покинуть Лондон и вернуться на родину молодого бизнесмена заставило неотложное дело. В 20-летнюю годовщину гибели матери следовало восстановить справедливость. Тем трагическим днем беременная Светлана проигнорировала просьбу мужа и выехала из дома вместе с 4-летним ребенком. На перекрестку машина подверглась обстрелу. От множества ран женщина моментально скончалась. Перепуганный малыш чудом уцелел. Убитый горем сутками работал, чтобы обеспечить сына всем необходимым. Наследник получил образование в престижном британском пансионе. Пережитое в детстве потрясение повзрослевшему мальчику забыть не удалось. Позже выяснилась причина поездки. Света собиралась заложить в ломбарде драгоценности и погасить долги непутевого брата. Влад обвиняет в маминой смерти отца и намерен любыми путями выбить признание. Противостояние начинается с соблазнения молоденькой папиной невесты. Видео постельной сцены с ветреной актрисой Ланны отослано на почту. Теперь предстояло собрать родню. С огромным трудом удается разыскать пропавшего дядю Пашу. В главных ролях Андрей Смоляков, Евгений Антропов, Любовь Аксенова, Дмитрий Куличков, Дарья Урсуляк, Мария Болонкина, Дмитрий Мухамадеев, Владимир Капустин, Владимир Виноградов, Елена Полянская.